26 июня в столице Колымы стартует лососевая путина для рыбаков-любителей. Этим летом разрешили выловить на 4 тонны красной рыбы меньше, чем в прошлом году – 181 тонну. Откроют 17 лицензионных участков. Сроки их работы определят пользователи. Единый режим лова с 6 до 22 часов. При этом речь идет об ограничении времени использования орудий лова, а не о нахождении на участках. Прежним останется режим свободного лова горбуши удебными орудиями. На определенных правилами рыболовства местах с четверга по воскресенье включительно можно будет вылавливать по 2 хвоста на одного рыбака-любителя. Продлится любительская рыбалка до 20 сентября. По информации Департамента рыбного хозяйства правительства Магаданской области, для всех направлений рыболовства к вылову разрешено более 9 тысяч тонн тихоокеанских лососей и гольцов.